Алло. Алло. Да, вы звонили? Да, напомни, как тебя зовут? Меня Вероника. Вероника? Да. Это девочка по вызову, все верно? Да. А вы хотели отдохнуть? Да, хотел бы тебя в гости позвать. Так, еще раз, просто очень плохо слышно. Сколько стоишь? Вы хотели отдохнуть, правильно? Как? Вы хотели отдохнуть? Я не хотел, я хочу отдохнуть. Все, понятно. Так, вам дали мне отдыхать сколько? Час, два, либо ночь и ночь? А сколько ночь у тебя стоит? Ночь 14-800. Входит сейф, нет, она в массаж. Кунилингус. Золотой дождик. Какой дождь? Золотой дождик. Что это такое? Ну, он выдача. Что за выдача, я не понимаю. Что за загадки? Ну, говоришь. В смысле, какие загадки? Ну, я не знаю, что такое дожди золотые. Так вы будете отдыхать? Буду. Но потом посмотрите в Гугле. Так, будете, да? На ночь, да, вы? Да, ночь. Сейчас, погоди, посмотри, что такое золотое. Да, вы, хорошо, хорошо. Алло. Да, я тебя слышу. Я понял, что такое золотой дождь. А можно, чтобы ты была под моим дождем золотым? Алло. Да, конечно. Это доп. Услуга или входит в стоимость? Все входит. Просто я с этим никогда не сталкивался. Хотелось бы попробовать. Не против, да, если я тебя оболью своим дождем? Так, вы будете отдыхать? Да, да. Сколько ночь будет стоить? 14-800. Ну, отлично. Куйбышева 12, подъедешь? Вы один будете? В каком смысле? Ну, отдыхать один будете? Бывает с друзьями, там лишние люди. Да нет. Я приезжаю, а там лишние люди. И все тебе, и под дождь ты, да, встанешь у всех? Ты что глупости несешь? Я один здесь. Так, даешь. Без лишних вопросов, ладно, твоя мать? Так я вопросы не задаю. Это ты их задаешь. Все, хорошо, так. Улица и дом. Улица и дом? Да. Куйбышева? Улица. Куйбышева? Дом 15. Дом 15, хорошо. Так, на улице работаем, даешь после оплаты. Оплата составляйте, выезжаю к вам. Только можешь меня называть не заюш, а хозяин? Ты мой муж. Да нет, мне в жены шлюха не нужна. Ты моя хозяйка. Точнее, я твой хозяин. Хорошо. Ты мой хозяинчик. Я твой хозяин, окей? Да. Будешь сегодня подчиняться мне, да? Хорошо. Конечно. Так, хозяин мой. Да. Она выйдет работать после оплаты. А то я сейчас вызову такси. Так, ты что там, башкой что-то бьешься? Что за звуки? Я компьютер забиваю, потом слушать. Понял. Так, даюсь. Ой, хозяина, здрасте, пожалуйста. Хозяин. Так, на выставку после оплаты. Не до тебя. Я примерно 18 минут. Сколько? 18 дней? 18 минут. А, ты, в принципе, близко, да, находишься? Ну, да. Отлично. Только это, зонтик еще возьми с собой, ладно? Хорошо. Все-таки под дождем будешь всю ночь стоять. Он тебе пригодится. Так. А вы сработаете, а после оплаты? Оплату составляете, выезжаю к вам. То есть у тебя предоплата или что? Ну да.
А где гарантия, что это твои фото? Ну, Союз, я даю лично мою карту, лично мои инициалы. На сегодняшний день карта, второй парт. Шадап, как ты меня назвала? Алло. Хозяин. Тебя не слышу. Алло. Слушаю. Хозяин мой. Так. Да. Я на выезд работаю после оплаты. Так я это уже раз пять слышал от тебя. Но ты мне не ответил, где гарантия, что это твои фото. Но я даю лично мою карту, лично мои инициалы. На сегодняшний день карта, второй паспорт. То есть, вот если, как бы, если тебя полиция на улице остановит, ты им показываешь свою карту или что? Ну, как бы, мои инициалы я регистрировал на сайте на личном своем паспорте. Ну, я понял, ты сказала, карта это второй паспорт. Я имею в виду, ты что, по карте можешь билет себе купить там или в полиции показать, ну, если документы попросят? Ну, будете это хоть, вы очень сильно вопросы задаете. Я очень сильно вопросы задаю? Да. Ты просто глупости какие-то несешь. Вот и все. Ну, я даю лично мою карту. На сегодняшний день карта, второй паспорт. Там вы будете обслуживать, там будет все мои личные данные, все мои личные фамилии. Отчество и когда я родилась, и что. Все твои личные фамилии и что? Лично мои данные. Блин, ты в школе училась? Ответь только честно. Ты так плохо разговариваешь. Да, да. Походу на одни двойки, да? Ну да. Уколы. Ну, оно видно. Давай, я тебя жду. Так, вам номер карты для оплаты. Куда скинуть? По смс либо WhatsApp? WhatsApp давай. Знаешь, а в смс можно? Я просто так быстрее. Нет. Я пока оденусь. Нельзя. Я уже вызываю. Нельзя. А. Нельзя, только WhatsApp. Хорошо, хорошо. Ты мой хозяинушка. Да. Сейчас я тебе отправлю номер карты. Давай, псина, жду. Алло. Алло. Ну, хозяинушка мой, я тебе отправил. Как? Я тебе номер карты отправил. WhatsApp. Отправил? Или отправила? Ты что, не слышишь или нет? Не слышу. Слушай, это, давай, наверное, не у меня дома увидимся, а в гостинице. Тут напротив меня гостиница есть. Ну, я не хочу тебя домой к себе водить. Давай в гостинице. Она напротив меня прям. Ну, я подъеду около твоего дома, и ты будешь стоять там, да? Нет, я давай, позвоню, ты давай я сейчас мне. Пойду. Пойдем уже в гостиницу. Пойду в гостиницу, пока номер сниму. Тут вот, прям через дорогу гостиницы, называется Очаг у Зелимхана. Очаг у Зелимхана? Ну, тут кафешка Очаг у Зелимхана. И в этой кафешке гостиные номера есть. Все хорошо. Короче, чтоб не заблудилась, вызывай такси на улицу Адама Седова, дом 15. Адама Седова, дом 15? Да. Да? Да, да. Хорошо, давай. Этот район еще Майкопский называют. Хорошо, давай, сейчас я... Ладно, я позвоню. Давай. Ага. Как оплачивать, сразу перезвонишь мне. Давай, давай. Алло. Алло. Ну что, хозяинушка мой, ты будешь оплачивать или такси подъезжает? Не хозяинушка, а хозяин. Хозяин. А я тебя буду называть псина. Почему? Чтобы знала ли свое место. В смысле? Ну, если я для тебя хозяин, а хозяин обычно у собаки. Ты для меня собака. В этом... А зачем ты так говоришь, а? Ты оплачивать будешь? Я буду оплачивать. Я же сказал, я сейчас номер в этом очаге сниму и тебе перезвоню. Ты долго? Уже как бы такси подъезжает. Так, пускай подъезжает, я уже вот спустился. Ну, ты просто сейчас оплачиваешь, я сажу такси, пока ты оформляешь там что-то, я уже приеду к тебе. Я же тебе сказал, я сейчас сниму этот номер. Может, там номеров нету. Смысл тебе туда ехать? Понятно.
через 5 минут тебе позвоню. Алло, все, короче, я забронировал, можешь выезжать. Так, все, давай. Только хорошо, смотри, этот, уже подъезжает. Сможешь купить кетчуп? Да. Я тут шашлыков заказал, люблю кетчуп, там нужен цыганский кетчуп, сможешь взять? Цыганский? Да, цыганский кетчуп от Балтимор. Я тебе сейчас скину, как он выглядит. Ну, или если ты не знаешь. Так называйте, да, он цыганский? Да, кетчуп цыганский. Что-то первый раз слышу. Сейчас я тебе фотку скину, как он выглядит. Возьмешь его, ладно, если ты магазины будешь приезжать, вот тут возле меня ничего нету. Давай. Да, оплачивай, я закрываю анкету и выезжаю к тебе. Не забудь взять кетчуп. Хорошо, ты оплачивай, я бы заказывал, уже заказала такси, уже подъезжаю, через 2 минуты уже подъеду. Напомни, я кто я для тебя? А? Б, кто я для тебя, напомни. А что, не знаешь? Я забыл, напомню. Хозяин. Отлично. Давай, сейчас я тебе скину, как выглядит кетчуп, его купишь обязательно. Ты же мясо ешь? Да. Ну все, давай, сейчас покажу тебе, какой надо. Слушаю, псина. Алло? Да, псина. Так, оплачивай, я приеду к тебе. Я уже понял, какой кетчуп. Поняла, да, цыганский кетчуп? Да. Дело так, ты оплачивай, я приезжаю к тебе. Да, только быстрее, пожалуйста. Просто такси уже подъезжает, мне еще надо закрыть анкету. Так, закрывай анкету. Я думал, ты уже едешь давно-давно. Ну, ты будешь оплачивать или нет? Я же тебе сказал, да. Я что, с тобой просто так общаюсь, что ли? Ну, оплачивай тогда. Давай, говори, хозяин, оплати, пожалуйста. Вы будете оплачивать или нет? Говори, хозяин, оплати, пожалуйста, я оплачиваю. Ага. Слушаю. Алло. Вы оплачивать будете ли вы и выебывать? Нет, я жду от тебя слов. Хозяин, оплати, пожалуйста, я оплачиваю и жду тебя. Это ты мне говоришь, что я твой хозяин? Нет, я от тебя жду этих слов. Я сейчас оплачиваю. Угу. Понятно. Сейчас я тебе перезвоню. На два часа мне надо. Алло, это какой банк у тебя? У меня? Сбербанк. Тушу, ну, карта Яндекс. Яндекс.Карта. Чего? У тебя Сбербанк, но карта Яндекс? Ну, Сбербанк. Там ты номер вставишь, там все было указано, будет указано. У тебя что за карта? У меня? Сбербанк. Сбербанк это? Да. Я не слышу. Да, да, Сбербанк. Давай сейчас. Алло. Ну, Задюш, ты решил поиздеваться или что? Ты будешь отдыхать? У меня как клиенты звонят, другие. Это не Сбербанк. Ну, я специально выебываюсь, я специально и говорю. Что? Яндекс.Банк, это Яндекс.Банк. Так ты же сказала Сбербанк, я на Сбербанк отправляю. Ну, я специально, ты не будешь, это... Гостя, блядь. Чего? Ты просто выебываешься, наверное. Ты будешь оплачивать или нет? Нет. У меня как бы такси уже подъехало. Нет, да, было что, да, до свидания. Ебу твою мать, в рот, пидорас ты ебаный. Да, было что, да. Алло. Алло. Да, я вас слушаю. Так это твои фото? Да, я вас слушаю. Твои фото? Да. Да, я работаю по предоплате. А ты где именно находишься? В России. Ну, я понял. Вот анкеты, то, что старый оскол. Ты в старом осколе? Еще раз. Вы отдыхать будете по предоплате? Если вас ожидают, я приеду. Да, ну я... Предоплата, знаете, что такое? Я понял. Я же должен знать, где ты именно находишься.
дома. Да я понял, что дома. Я имею в виду, ты в старом Осколе ко мне подъедешь? Могу к вам приехать. Ну ты сама находишься в старом Осколе? Да. Пушкина, 25, подъедешь? Так, секунду, не отключай. Алло. Типа на все ночь? Мне на часик. Алло. Вы один будете? Слушай, хочешь, я тебе прикол сейчас скажу? Хочешь, давай. Я скажу, где ты точно находишься? Давай. Кузнечиха, знаешь такой район? Еще раз? Кузнечиха. Нет, не знаю. Ну как не знаю, ты же там находишься. Я тебя уже пробил. А, да, ты знаешь. Ну ты же открыла ссылку, которую я тебе скинул. Скину тебе твой точный IP-адрес. Ну? Что ну? Ты находишься вот здесь. Вот я тебе кидаю твою локацию. Кузнечиха. Вот твой IP-адрес. Зачем ты обманываешься, что ты в старом Осколе? Давай. Алло. Алло. Слушай. А этот какой город? Нижегородская область. Понятно. Угадал? Нет. Нет? Алло. Я в Москве. Ты где? Ты в Москве? Да. Блин, ну давай не будем играть в эти игры. Ты же знаешь, я не простой человек. Я не просто так пробил твой IP-адрес. То, что ты находишься в Нижегородской области. Поселок Кузнечиха, если быть точнее. Мы это оба знаем, что ты там находишься. Алло. Алло. Еще раз, это какой город? Нижегородская область. Нижегородская? Давай, дурочку, не будешь включать. Ты что ты сейчас сказала? Ты в Москве находишься? Алло. Телефон поднеси ко рту. В Москве. То есть, я же тебе только что звонил, ты сказала то, что ты в старом Осколе. Ты будешь сюда хотеть или нет? Уже в Москве, да, оказалось? Нет, я тебе просто предлагаю, ты извинись за то, что ты хотела меня обмануть. И я не буду звонить. Да, и я не буду звонить. Извини, пожалуйста. Ты понимаешь то, что ты людей обманываешь, то, что ты плохими вещами занимаешься? Я никого не обманываю. Мои личные данные, мои, я работаю как бы по предоплате. У меня просто один был неадекватный клиент. Просто вы звоните из другого города. Не знаю, где вы там находитесь. Я сама в Москве. Улица Ленина. В телефон говори. Алло. Простите, пожалуйста. Ты достаточно? Ты искренне извиняешься за свой поступок? Да. Считаешь, мне не стоит звонить людям, да? В Нижегородскую область, чтобы они в Кузнечиху подъехали за тобой. Нет, не надо. Тебя, если честно, заставляет этим заниматься или это твоя инициатива? Если заставляет, то у меня вопросов никаких нету. Да, заставляет. Не слышу. Заставляю, да. А кто, взрослые люди? Меня заставляют, да. Тебе угрожают или что? Да. То есть? Можешь объяснить, кто тебя заставляет этим заниматься? Ну, положение из города. Нижегородской области? Да. Не Нижегородской, я в Москве. Мы оба знаем, ты не в Москве. В смысле? Ну, я тебе скинул, где ты находишься.
поселок Кузнечиха, Нижегородская область. Просто если тебя этим заставляют заниматься, и ты понимаешь, что, ты занимаешься плохими вещами, я дам по тормозам. Я не буду никому звонить, и за тобой никто не приедет. Но если... Я больше не буду заниматься, прости, пожалуйста. Но если ты меня обманываешь, я прямо сейчас позвоню в ваше местное отделение, и сегодня ночью ты будешь ночевать не дома. Ты этого хочешь? Нет, не хочу это. Прости, пожалуйста. Клянись, что ты больше этим никогда в жизни заниматься не будешь. Алло. Клянусь. Я тебя плохо слышу. Клянусь. Ты понимаешь, что ты занимаешься плохими вещами? Да. Не слышу. Да, да. Как мне убедиться, что ты меня не обманываешь, что ты не будешь этим заниматься? Ну, я тебе... Телефон говори. Тебя не слышно. Алло. Так. Прости, пожалуйста. И мне некогда. А уже пойду умываться. Что пойдешь? Подмыться. Мыться мне надо. Зачем? Сегодня в колонии помоешься. Не надо. Точно не надо? Точно. Сколько тебе лет? Мне 23. Тебя точно этим заставляют заниматься? Да. Или это твоя инициатива? Я вот в этом должен убедиться. Нет. Меня заставляют как? Ну как это происходит? Я с тобой сейчас не шучу.